В Рубежном открыли первую в нашем регионе общественную приемную для переселенцев. Здесь окажут психологическую помощь, юристы подскажут, как правильно составить необходимые документы. Как утверждают наши корреспонденты, эти и многие другие услуги бесплатны. Временные переселенцы из оккупированной территории могут получить бесплатную юридическую, психологическую, гуманитарную помощь. Им помогут найти работу и жилье. В Рубежном открыли общественную приемную для внутренне перемещенных лиц. Люди будут идти и мати надію отримати не тільки допомогу від державних органів влади, але й від громадських організацій і поспілкуватися, отримати психологічні тренінги, якусь консультацію, чтобы продолжить свое життя в новом месте. Представитель агентства США по международному развитию говорит, что такие центры необходимы. Такого рода центр – это прекрасный пример того, насколько плодотворным может быть сотрудничество волонтеров с государственными органами власти. Юрий Писаревский – переселенец из Луганска. Работает волонтером в благотворительном фонде. Теперь взялся помогать землякам. С начала следующего года эта общественная приемная будет включена в сеть общественных правовых приемных проекта «Восток». Хотя предыдущий месяц общественная приемная в Рубежном работала в тестовом режиме, сюда обратилось около 400 переселенцев. Юлия Тинеева, Илья Трофимов, ПОДИИ.